Здорово, народ. Есть вот у меня вот такое вот приспособление. Это использую для крепления на автомобиле. Почему выбрал именно его? Потому что очень много жалоб на то, что отлетает камера с присосок. С автомобиля уже несколько таких случаев было. Ну вот я что-то так подумал. В общем, магнит будет надежнее. Испытание он у меня прошел вот с этим оборудованием и вот с этим. Креплю я на него 360 или тету. Вот это нет, это у меня для фото. Вот инса 360 вот крепится у меня сюда. Вернее, вот сюда. Пробовал я крепить и вот это вот устройство. Ну, это трехметровое. Это полутораметровое. Полегче вот. Проехал я в Италии, там где-то около, ну, по Италии я проехал 3000 километров, а где-то с камерой, наверное, 1002. Вот, без нареканий. Единственное, что, если вы вдруг захотите там под каким-то углом поставить вот так там или так, ни в коем случае нельзя ставить, где вот этот прорез, вот этот. Потому что как бы вы ни затянули, как бы ни зажали, при ударе или при скачке, просто опустится вот так и все. И уже вот опять оно свободно. То есть, был у меня такой опыт. Поэтому всегда так, так. Или тут потом, если вам надо как-то что-то подвернуть, так тут вот болтик попустите и повернете, как вам нужно. Вот. В общем, хорошая штука. Надежная. Но нет у меня листа железа, чтобы показать вам, как она отрабатывает. Вот. Ну, не знаю. Я вот... Есть у меня, правда, еще этот липучка одна. Ну, у меня есть и трех, но... Не пользуюсь я вот попробовал после вот этого магнита. Его, когда вот так вот стоит, полностью на крыше, вот так вот снять, это нереально. Надо как-то пытаться отрывать. Вот так, таким образом. Вот так вот не снять. Есть у меня вот еще такая вот присоска. Хай-тек. Китайцы делают специально для этого. Вот, но вот она тоже очень качественная. На улице я ее все равно не ставлю, ну, наружу. Ставлю только внутри автомобиля, на стекло там или куда надо. Вот нажимаем, зажимаем. Ну, тут не знаю, будет держать или нет. Но держит она. Ну, да, вот, даже тут. Ну, оторву, конечно, оно, вот, потому что не та поверхность. А на стекле, блин, держит, ну, не оторвать. Со стекла не оторвать. Даже потом, когда вот этот вот язычок ослабляют, вот без этого, ну, очень тяжело оторвать. Вообще у них классная эта штучка. И вот эта быстросъемная площадка, раз... Снял, они вот сделали тут на 90 градусов поворачиваешь там защелки. И не надо закручивать ничего, вот это у них супер. Вот это вот быстросъемная площадка, просто снимаю шляпу. Ну, сейчас попасть надо. Да что ж такое, попал. Вот, раз, потом защелкнул и все. Классно, это уже тоже штука классная, факт, супер. Вот. Так что так, такой вот инструмент есть. Ну вот этим пользуюсь. А если там что-то надо на улице, то только вот этим. Неохота потом камеры, линзы дорогие, не везде их ремонтируют. У нас, например, инсту не ремонтируют, надо в Германию посылать, у нас только тету делают. Вот, ну неохота рисковать, поэтому вот. Магниты. Ну, у меня тут ничего нету такого показать вам, потому что не оторвать ее. Вот так вот не оторвать. Факт. Вот, ну, а это трехметровый, это полутораметровый. Они классные тем, что можно вытащить на какой определенный размер тебе надо, и вот он стоит. Вот вытащил ты его на такой размер. Вот он на такой размер и стоит там, или такой размер. Что этот, что вот этот вот. Ну, вот там так, или я не знаю, или так вот его вытащил там. Ну, сколько надо. Вот, и он стоит там, или больше надо вытащить, и вот он так и стоит, все. А есть у меня еще карбоновая, трехметровая, вот эта вот, но она, если с этой идешь или с этой, то слышно такие, как бы люфт там небольшой есть, а вот эта, конечно, классная, но ее нужно, она, чтобы ею пользоваться, ее нужно полностью разложить, она не можете вы с нее сделать там метр или полтора, или там 20 сантиметров, нет.
Она это, она зажимается вот здесь, вот фиксируется по принципу конуса. Вы ее так вот растягиваете, и все. И, естественно, она намного легче. Вот, ну, ну супер. Вот, вот это вот. Но только 3 метра, все. Вот. И у нее нет вот этой вибрации. Как потом, когда идете. Вот. Нет. А здесь, когда вот там растянешь, то вот. Слышно, да, вот? Вот, но это передается на звук, если не пишете экстерный звук экстерным микрофоном, то вот это все чувствуется в камере. Вот, ну, это такой вот маленькие вот такие вот приспособы, что есть, которыми пользуюсь. А это вот, да, это вот пользовался и так, и даже, по-моему, на вот так вот, на одну я вытаскивал, на одну только, по-моему, вот так вот я еще ездил. Плюс ездил еще в сторону, но тогда сделал ошибку, по направлению к этим поставил на эту прорезь, и она опустилась, и получается камеру, ну, камера потом снимала задницу машины. Вот. А, ну, вот для трехметровой, ну, когда я снимаю фото или видео, так я там пользуюсь штативом. Ну, а вот такой вот приспособа тоже вот неплохая, она еще вот так вот удаляется, расширяется, удаляется, или как, ну, стабилизации немножко больше это ставит. Но один раз у меня уже камера упала. 4,5 метра была высота, разбила одна линза. Я почти поймал, но не успел. Поэтому, ребята, поэтому только штатив. Это такое в безветренную погоду, и то где-то шкаря, где-то рядом надо быть. Ну или если не сильно высоко, там раз, вот так вот. Ну и снимаете. Вот. Так что вот такие дела. Ну вот такие вот инструменты у меня есть. Вернее, приспособы для хороших людей, должны играться хорошими игрушками. Всем спасибо за ваше время, всего доброго и до скорых встреч!